Больше 2 километров дороги до микрорайона Завойка отремонтировали в столице Камчатки. Изношенный верхний слой демонтирован, уложен новый асфальт. В ближайшее время специалисты нанесут разметку. Порядка 16 тысяч квадратных метров асфальта положено. Кроме того, произведены превентивные мероприятия для того, чтобы исключить пучинистость грунтов. Прочищены перепропускные каналы. Дорога находится на гарантии. 5 лет гарантии у подрядчика. В случае возникновения дефектов компания-подрядчик обязана будет устранить их за свой счет. Отметим, работы на участке проведены по национальному проекту. Накануне глава города провел выездное совещание, побывав и в других районах, в которых организован ремонт дорог. О ситуации доложили представители подрядных организаций, руководители управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства, а также службы автомобильных дорог. Встречи провели на Степной, Пономарево и Халактырском шоссе. У нас протяженность предусмотрена, начиная от развилки 4908 метров. И заканчивая? Примерно в районе монастыря. Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги в столице края» запланировали провести в порядок 12 участков общей протяженностью более 15 километров.